Беспокойной выдалась нынешняя неделя для нарушителей парковки. С понедельника в центре Сыктывкара 4 эвакуатора будут увозить на штрафстоянку машины, припаркованные в запрещенных для этого местах. Впрочем, как выяснил Виктор Прокушев, некоторые автовладельцы нарушают правила намеренно. От внезапной встречи с сотрудниками ГИБДД этот мужчина опешил. Свой автомобиль он припарковал всего в 5 метрах от запрещающего знака. Знак вам не помеха останавливаться? Да? Знак помеха, но... Автовладелец признается, нарушил намеренно и не в первый раз. Понадеялся на известное русское «авось». Раньше же везло. Я не первый раз так стою, по большому счету. Так что я думаю, что просто парковок нету, поэтому люди так и будут стоять. И 1500 штрафа мало кого удержит на самом деле. С такими водителями автоинспекторы встречаются все чаще. Для стражи порядка их поведение загадка. Человек не только игнорирует правила дорожного движения, но и легко расстается с вроде бы солидной суммой денег. Они повторно все равно привлекаются и чувствуют как-то, не знаю, то ли штраф слишком для них маленький, то ли... Эта девушка успела вернуться к своему авто до того, как его эвакуировали на штрафстоянку. Размер штрафа эту девушку расстроил. Настолько, что она отказалась говорить с нами на камеру. Всего за 11 месяцев этого года к административной ответственности за неправильную парковку привлекли 4000 человек. В предпраздничные дни эта цифра вырастет значительно. Предновогодние праздники, поток транспорта в столицу стал большим, да, скажем, с близлежащих районов приезжают за покупками водители. Соответственно, транспорта становится все больше и больше в городе, поэтому наблюдаются такие нарушения правил дорожного движения. По словам сотрудников ГИБДД, нарушители правил парковки не просто нарушают правила. Из-за их авто невозможно должным образом почистить трассы. В итоге они превращаются в снежное месиво или сужаются. Отсюда вечные пробки на центральных улицах. Чтобы улучшить ситуацию, автоинспекторы будут проводить рейды и до, и после новогодних каникул. Виктор Прокушев, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.